ребят, всем привет, всем привет. Ты только у меня открыть стекло не показывай. Опять стекло. У нас закупка продуктов небольшая. Мы что-то сегодня утром проснулись, посмотрели наши видосы, подумали, а давай-ка бургеров поедим. В общем, мы решили закупиться. Сейчас едем закупаться продуктами на бургеры. Дома будем готовить сами. Что там к бургерам надо? Котлеты, вот эти вот замороженные, булки. Нет, котлеты не замороженные, котлеты свежие. Они не продаются замороженные. Свежие в мясном отделе? Да. Точно. А может даже замороженные они? Котлеты, ну здесь не продаются даже замороженные. Вот здесь не продаются конкретно. Здрасте. Нет, здесь не продаются. Ну ты даешь, конечно, продаются. Вот, ну по крайней мере. Ну ладно, берем, короче, свежие, понятно, свежие, да. Свежие котлеты, свежие булки. Помидоры. Булки возьму, это в бейкере, в Publix, а там офигеннейшие булки, они прямо такие. Слушайте, каких только штатов здесь не видишь. Номера сейчас, флоридские номера на машинах смешались примерно в процентном соотношении, там 30 на 70, в общем, приезжих очень много, штатов все отдыхают, пляжи открыты. Ну так вот, и всякие овощи там к этим бургерам, ну и что-нибудь еще, кимчи возьмем. Коулслоу возьмем, это капуста вот эта вот, которую мы смешиваем с соусом специальным. Ну, в общем, что-нибудь еще возьмем. И возьмем на бифстроганов мясо. А, да, сегодня у нас, в общем, бургеры, а завтра Вова хочет бифстроганов причем сделать. Причем я сделаю бифстроганов из ангуса. Вот здесь есть такая нарезка ангуса, представляете, вообще? Это мясо. Это порода коровы, да. Да. Вот. В общем, это будет завтра. Сегодня, наверное, только бургерами обойдемся, да? И так уже почти 3 часа дня. В общем, пойдемте с нами на закупочку. Одеваем масочки. Мы прям вообще далеко. Все, мы на самом деле в нашем магазине Publix, который рядом с нами, рядом с домом. Поэтому мы ехали 2 минуты, наверное. В общем, народу полно, как всегда. Все-таки мы в центре. Здесь половина стоят, это которые здесь просто халявные стоянки. А, да, здесь бесплатная стоянка, поэтому... Не знаю, жара такая. Так, тележечку берем. Ну да, жара такая. Ну ладно. Это, наверное, тележка. Вот эти, наверное, чистые. Так, протираю тележечки. Возьмем чистенькую. Полиция, как всегда. Соберем. Так, все, мы в Пабликсе. О, деньги вот эти. Ух ты. А что их тут положили? Почему? А, на сэкономии. Слушай, это не те, по-моему. Ты хочешь взять дыню? Ой, как они пахнут, Вова. Да? Я даже не понюхала, да. Ну, точно. Они обалденно пахнут. Да, давай возьмем. Так, смотрите, сколько у нас дынька стоит. В общем, экономия $2, а стоила она сколько? 5, что ли. А что за распродажа-то сегодня? А, берете одну и вторая в порядке. Ну, мы, честно говоря, нет, не едим эту ягоду. Пойдем. В общем, взяли мы дынечку. А ты как, по какому принципу выбираешь? Не по какому, пальцем. Понюхал? Слушай, круассанчики возьмем? Да, круассанчики возьмем, давай. С нутеллой, самый раз. Они такие небольшие. 5 долларов, блин. Ну да. Слушай, а я не помню, в Костке что-то за 6, что ли, мы берем такую огромную. Вова, да. Булки пройдем, а булки. А где вот эти вот хорошие булки? Сейчас, Вов, давай. Вот? Ага, давай, Вов, вот этот хлеб возьмем. Вот в бейкере, слушай, вот эти вот прям хорошие тоже. Ой, я не знаю. А где? Слушай, это не бургерные. Все. Это не бургерные булки. Вова, надо вот такой хлеб взять. Ребят, такой вкусный хлеб. Вот его брать всегда очень осторожно. Он мягкий-мягкий. Бери, бери. И очень так удобно нарезанный. Бери. Да. Кого берем? О, кого берем? Мне кажется, это не бургерные булки. Ну, бургерные, но не такие, не сладкие, может, какие-то. Гамбургер, булки. Ну, я не знаю, честно говоря, Вов. А знаю. Это хот-дог? А, подожди. А вот, смотри, тоже. Это они же? А, нет, не они. Нет, не они. А какие? Есть эти бейглы. Ну, пойдем в булки в обычный отдел с булками. А ты куда пошел? Пойдем в овощи. Отдел с булками. Ну, давай по очереди сначала через овощи. Это очень важно. Очень важно? Ну, давай, раз важно. Хлебный отдел. Хлебный? Давай. Ну, Вов, ну не оставляй ты ее, пожалуйста.
Так, у нас, по-моему, хлеб там. Вов, у нас хлеб есть, ты не помнишь? Есть, да? Ну, что ты думаешь? А что-то я вообще булок не вижу. А, есть? Я что-то вот эти... Я в них... Есть вот без... Без посыпки. Какие вот? А мне без разницы. Без посыпки. Ну, я не могу сказать, что это вау, прям булки вот эти прям. Мне больше всего в Walmart'е нравятся булки, да, Walmart'овские, вот эти, которые, или да. Или те возьмем все-таки бейкерики. Ну, давай попробуем, да, давай возьмем, попробуем пабликсовские. Эти бейкерики? Да, давай возьмем, попробуем. А сколько их там штук? 8? Ну, так же, 8. Ну, давай. Слушай, какой сыр. Да, давай. Я нашел, Ля. О, точно, вот они. А мы не там смотрели. Вот это, ты знаешь, это будут такие сладенькие. Так, как ну в Walmart'е. Сколько? Вот как раз получается. Ну, 8, да? 8. Да, отлично. Все, нашли. Мы просто не туда смотрели. А те я даже не знаю, какие. Не сладкие, может? Да. По-немецки, наверное. Соленые булочки. Что ты сюда смотришь? Так, пойдем. Так просто. Так, пойдем в овощи, фрукты. Слушай, смотри, вот в этих отделах народ постоянно что-то берет. Салатики, я что брал, ли? Всегда здесь салатики. Вкусные? Вот здесь вот такие вот салатики, потом их расфасовывают. А здесь? Вот, смотри. Сок возьмем. Супы вернулись всякие. Сок возьмем. Сок? Яблочный, да, возьми. Вот здесь какие-то вкусняки, сейчас пойдем с вами посмотрим. А вот это вот супчики, смотрите, вот их не было. Все время, пока был карантин, я не знаю, сейчас вроде мы на первом месте, а супы все открыты. Да, яблочки на магните. А, не такие, Вов, на той, да, стороне, ну, да. Иди, иди, бери. Пойдем. Пока я. Вон они, колслоу, по-моему, вон там. Вон там соусы. Ну, Вов, ну почему ты оставляешь? Ты как люди должны ходить, а? А потом I'm sorry, I'm sorry. Три за пять? Да, ну я возьму одну. Одну, конечно. Что с ней делать-то? Если бы было бы get one... Вот есть, Байлан, короче, чисто белое, а есть микс из капусты. Чисто белое. Мне кажется, лучше чисто белое, да. Так, Вовик, надо кимчишку взять. Она не здесь. А, здесь. Нет, еще не взяла, Вовик. Так, я хочу взять остренькую. Сильный чеснок и не парит. Вот, спайси, давай возьми такой. А что, спайси? Какой чеснок? Ну, она чуть-чуть поострее. Слушай, а ты на свой бестроганов хотел эти грибы. Нужны? Да, мне нужно. Вова, не оставляй, пожалуйста. Да что ж такое? Ну, Вов, ну потому что люди ходят вообще-то и так, ездят вот на тележках. Вот берем это на... Подожди, а уже нарезанные? Да. Может взять целые и наполовиночки? Нет, там они должны быть мелкие на палочке. Мне кажется, лучше взять целые и напополам их нарезать. Ну, не знаю, конечно. Так, у меня морковка кончилась, ребят. Хорошо, что мимо прошли. Я бы даже не вспомнила. Шикарно. Вот они опять эти дыни. Так, ну что? Что там Вовик набирает? Так, Вов, я... Блин, я пойду за яблоками схожу. Ты что берешь? Помидоры? Помидоры, да. Ого. Это чеснок. Это не элефант, нам же говорили. Это который не... Ну, такой... А вот, кстати, вот такие вот. Полусладкие. Ты знаешь, да, какие-то мы тут брали, по-моему, вот, так... вот такие. Нет, вот такие. Вот такие вот эти вкусные помидоры. Просто их уже брали. Вот такие. Ну, они есть небольшие, по три. Они прям... Мне нужно резать на бургеры, поэтому... Ну, давай такие удобные. Какой брать? У нас... А у нас лука нет больше? Нет. Тогда вон там в пакетах лук вон там лежит. Да. Так, у нас же тележка. Помидоры? А вон там, давай пройдем. Сливовидные давай. Возьми. Да, давай. А я возьму себе. Я за яблоками пошла. Иди сам набери его, а. Вот такие вот я возьму. Ну давай, да. А эти не будем брать? Набери сливовидный. Не-не-не-не, Вов, возьми, там помельче он будет. Не бери вот этот. Ой, крупный, это пожалуйста. Раз, раз, раз. Вообще его. Неудобно, и он не такой ядреный, вот этот лук. Какой-то ядреный? Да, вот это нормальный лук. Зелень нам нужна какая-нибудь? Ну, хочешь я эти положу? Ну, как бургер. Это не здесь. Листья вот салатные. Это. Нет, нет, Вов, не они. Они вот здесь будут. Вот здесь иди возьми его. Как он выглядит? О! Кукурузу надо взять.
Вов, я кукурузу возьму, Лёвка просил. С бургерами вместе. 4 штучки. Ой, это наша? Ой, это не наша, господи. Это не наша. Так, Вова набирает помидорки. Так. Беру, короче. Ничего себе. Так, ладно, я за... Мы вчера брали или позавчера, сейчас едем. Да, реально, у нас дети ночами что-то это едят, пока мы не видим. Так, ребят, яблоки, яблоки. Гала, гала, гала. Болт. Это, кажется, гала. Гала. Раз и два. Наверное, два возьмем. Гала. Гала. Разные, что ли? Пойдем разные. Такие вот два возьмем. Я тебе пошла тележку искать. Где она? Вов, булочки убери наверх, пожалуйста. А булочки, Вов, мы их задавим. Убери, пожалуйста, наверх. Да, мясо берем, хлеб, да? Весь сюда. Все мясо, да. Там Маша мне что-то еще прислала в смс-очке. Надо посмотреть, что она просила. Ой, Вов, хлопья она просила. Она тортик делает. Слушай, вот давай вот такие вот зубочистки возьмем. Они у нас закончились. Сэндвич. А что вы делаете с зубочистками? А что делать с зубочистками, Вов? Там все в названии написано. Подожди, Вов, а этот возьми, который выдавливать-то, вот этот. У нас есть свит. Такой. А он заканчивается. А, еще как две? Да. Понятно. Огурчики нам не нужны? Я взял. Какие? Я взял, которые мне прям для сэндвича, чтобы прям слайс. Нет, а я отдельно хотела. Ну, не надо, так не надо. А вот смотрите, чеснока сколько оказывается. Ого. Ну какой-то там аж... В каком-то сиру. А, вот в воде. Ого. Вот есть маленькая-маленькая баночка. Уже петрушка есть. А табаско куда? Тоже в бургер? Ну, это я себе делаю. А на твой бефстроганов какой-то нужен соус? Нет, а мне там сейчас сметанка нужна. Ну, сметана не здесь, точно? Смотри, Вов, это же заведение, в котором мы ели эти куриные бургеры. У них что, свой какой-то соус отдельный есть? Заведение, короче, типа Макдака, только все с курицей. Ну, я, например, соусов из Макдака не видела в продаже. Мясо. Котлеты, да. Ну, Вов, да ну что ж такое-то? Ну, ты как специально. Вот это вот очень хорошее, это А ты как определяешь по виду? Знаю, вот это нет. Там сколько? Так, там 4. Это 4. А есть сразу 8 в одной упаковке? По-моему, нет. Нету? Это вот этот вот вскормленный травой, да, органик. Да, ну может быть, но они, в принципе, поставят себе все одинаково, но это я знаю точно. Угу. Давай. А твой бестроганов где? Это просто бестроганов, сейчас вон там нарезанное мясо будет кусочком прям мелким. Собачка. К мяску пришла собачка. Где она прям такой? Собачка за мясом пришла. Ну давай, бери скорее, Вова. Что? Пара, видишь? А, пара. А, да, это пара, ребята. Вот это пара. С собакой. Вот он. Нашел? Вот такой? Да. Слушай, ого, как крупно нарезан. Ну, крупновато, но оно же ужарится. Пришли собачки мяско купить, наверное. Хотя здесь собакам покупают не такое мясо. Такое, просто самому нарезать, но я не хочу запариваться. Я тоже не хочу. Зачем, если уже все нарезано? Короче, будет вот такими крупненькими. Ну, давай, оно же все равно немножко ужарится. Так, что здесь у нас есть еще? Есть курочка. Кого ковырнуть тебе? Его не ногтиками ковыряют, а вот так вот делают, ну, да, как в пастирушках. Все. А? Вов, у тебя две руки свободные. Одна. Это что-то... Смотрите, индейка. Не замораживай, да я вниз поставлю просто.
Курочка. Что это такое? Господи, что это? Кусочки ушей на холодец, что? Да. А яйца нет, есть яйца. Вов, чипсы, да. О, эти, господи, хлопья. Здесь только чипсы. Ну и хлопья тоже здесь будут, пойдем посмотрим. Нет, куда ты пошел? Крупные, зачем такие маленькие? Маленькие. Хотя, да, давай маленькие лучше. Вова, осторожно. Так. А сейчас бы я выпил розе. Розе? Что же это за нафиг-то? Со льдом. Да, под бургеры пока делаем. Под бургеры. Розе. Да. Ого, смотрите, какое кокосовое молоко. В какой бутылке. Вот я не пью молоко вообще. Никогда и никакое. Но такой выбор, может, стоит попробовать. За маслом что ли пришли? Маша, это самое, вот ей на тортик нужно. И смотри, чтобы она была без чеснока. Это обыкновенное. Да. Ей какой-то тортик надо забабинить. Это яйца. Ты за сметаной сюда шел же еще? Вот такой вот возьму и вымазать. Покажи. Есть вот это ирландская. Вот. Да, вот это вот соленое. Вот Вов, это... да ты издеваешься что ли? Я не понимаю. Короче, говорю, вот такой. Вот, смотрите, я сколько. Чизкейк. Это чизкейк? Ну, это не сам торт, это вот как бы его наполнитель. Слушай, есть? Костовская упаковочка прям. Видишь, чизкейк за 2 минуты. То есть это готовое какое-то. Вот, это, ребят, сколько теста на синабончики с корицей. Да, ребята, открывала я его вообще по лоховскому, поэтому да, я почитала все ваши комментарии, спасибо большое, теперь буду знать, как это чудо-ларчик открывается. Правда, я до сих пор не знаю, но, в общем, там куда-то надо потянуть за какую-то лету. Вот, его просто берешь, ты поворачиваешь, да. Стрелочек стоит. Да, ну это я лошаром. Запомни, что если в Америке ты не можешь что-то открыть... То ты не в Америке. Нет, это ты тупой. Я тупой, да. Здесь, да. Ты будешь вообще без рук, без ног. Да, это правда. Нет, ты издеваешься просто какой-то. Давай. Здесь реально сделано все для того, чтобы вы вообще не поднимали свою пятую точку ниоткуда. И все могли сделать без рук, без ног, без всего. Вов, приезжай, сзади люди уже. Что ж такое-то с этой тележкой? Поставить с краешку, никому не мешаешь. Ну что, Вовик? Так, мне теперь нужна сметана. Сметана, да. Вот, салфин, вот эти вот, возьмем, да. 3 за 7, но нам не нужно. Не, нам 3 точно не нужно. Вот это вот. Это же все берут вот такой, я не знаю, какой здесь, самый, но вот в Америке почему-то все вот эту вот берут белую. Она в Костко вообще огромными ведрами продается. Да, все взяли. Не нужно нам ничего? Во, стой, Вов, нам нужно моцарелку. Возьми, пожалуйста, моцарелку. Мы постоянно ее используем куда-нибудь. Вот такой вот прям большой. Да, Вов, точно. Ну-ка, дай-ка прошу. Внимание, да? Везде пусто, только там, где мы, и здесь капли народу вокруг нас. Белый возьми, не бери, пожалуйста, желтый, а Вов. Ну, на бургеры только желтый. Не, давай белый, пожалуйста. Давайте такой возьмем. А есть белый? Да. Ты взял? Вот, вот такой, Вов, вот я такой взял, я хочу белый. Вот, пропусти, тетеньку. Взял? Не видишь, все сюда. Молодец. Все равно все прорвутся. Что ж такое, это правда. Ну ладно, они же не специально, не товар раскладывают. Смотри, сколько раз это. Ну, я взял, который какой-то акционный. Взял, да, акционные. Я тоже так думаю, да. А, эти хлопья. Хлопья, да, конечно, нам чипсы всегда нужны. Вова, кока-кола. Точно. Это же самое важное к бургерам-то. Раз это взяли, а кока-колу. Вот это. Ну, вот и... Вова. Вов, надо обычные чипсы найти. Оставь ее вот, здесь. 2 за 6. Давай. Что возьмем. Это за... Чипсы Лейс. Симпли. Все салтов. Почему они дешевле? Да не дешевле. И почему они симпли? Просто простые чипсы. Ты уверен, что там никакого подвоха нету? А это что такое? Кокосовая вода. Зачем она?
кокосовый. Ну, вода, кокосовый, зачем, да, кокосовый? Ну, сок кокосовый. Вова, пойдем, пожалуйста, найдем эти хлопья уже, вот, а пока вот у меня не есть голову. О! Как за ребенком слежу. Чтоб нигде не понаставлял. Тут нельзя проходить. Видишь, тут крестик нарисован. Мне уже пару раз, ты знаешь, вот, в общем, вот так вот можно идти, вот так нельзя идти. Но я как привыкла по Ашану бегать. Почему притворяемся? Потому что мы тупые русские, мы можем ходить как угодно. Ладно тебе. А девушка тоже зашла, видишь, молодец какая. Причем, вот видите, на красных столбиках, что нельзя, неверная дорога, ребята, сворачивайте, нет входа. Ну еще один, а! Я не знаю вообще, кому объясняют, а кому на красном цвете, на зеленом цвете, на любом уже, только а люди, смотри, посмотрите. Подождите, вот если я беру эту... Не знаю. 6,7 за унцию, а это получается 70 за унцию. Вова, надо брать маленькие какие-то. Я взял, удобные. Взял. Конечно, чем меньше банка, тем дороже. Там же упаковки одной я только тоже сколько. Я взял маленькие, миники взял. Но они дороже, получается, потому за унцию, да, чем унцию? Вы все начинаете отпивать и не допиваете. Ну, я, да, я чуть-чуть обычно. Никто не пил. Лёва у нас один молодчик. Пил бы колу на завтрак, на обед, на ужин. Да. Во, господи, где эти хлопья? Пойдем, хлопья в самом начале. Да? Вот это фанта я не пью. А, которая в бутылках? Да. Вов, настолько, блин, и вино, и кола. Ну, куда еще фанту-то? Согласен. Наша формала, любимая. Вот это, кстати... Вот это вот очень удобно брать большими упаковками, ну, много, в общем. Мы в Москве огромные упаковки сразу брали, там по 12 штук было. Когда ураган, когда, ну, могут отключить свет, воду, холодильник не работает и молоко. Вау, это мой любимый, Вов. Вот это, ребят, такой вкусный. Вот, вот этот кекс, да-да-да, это который самый вкусный. Он напополам шоколадный. Посмотрела, там ванильный. Не два по цене одного. О, нет, слушай, точно. Точно, они практически всегда вот эти вот, нет, но только not today. Они практически всегда берешь один, не сегодня. Нет. Практически всегда на них, короче, берешь один, второй в подарок. Да. Но не в этот раз. А, следующий, господи, да где же эти хлопья-то? О, смотрите, сколько вкусняк всяких. А я вот не знаю, что с ним делают, с этим кленом все. Выпечку, делают. Что ли, добавляют? Нет, почему? На ну, на оладушке я видела, да, что льют. Хани. Несквики. Да, да, да. Вот, слушай, а во время урагана его вообще не найти. Его первые скупают, потому что оно хранится без холодильника. Вова, хлопья мы берем, которые... Да, 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 вот такие. Слушай, а нет мешка? В мешке прям сразу есть? Это же удобнее гораздо. Здесь нет. Да должно быть. В Walmart'е же он есть, и здесь, значит, должен быть. А где вообще мешки? Слушай, а я вообще мешков здесь не вижу. Да, я хочу себе какие-нибудь взять. Есть такие с шоколадом. Не шоколадные, а с шоколадом. Хлопья? Да. Орео есть. Что-то нам Орео не зашло никому. Это что за хлопья? Кусочками шоколада. А, понятно. То есть обычные эти и там кусочки с шоколадом. Mm, да. Мы такие брали в Москве, по-моему, тебе. Ну да, ну вообще вкусные. Ага. Что сделали? Все. Так, подожди, Машка что-то просила, я посмотрю сейчас смс-очку. Ох, ну ты как реально, как специально это делаешь, а? Ну ты чё? Куда добавлять? Ты бульон собрался? В бестроганов? Ну это супы, это не бульон. Бульон и дальше. Дальше двигайся. Слушай, Вов, знаешь, что мне бы взять? Ой, какая песня классная из этого, из «Голой правды». Я понял, хорошо. Давай, ищи свой бульон скорее, мне надо выключить, а то нам прилетит сейчас чего-нибудь. Ты все еще ищешь свой бульон? Слушай, Вов, я думаю, ну любой, взять. Господи. Чикен, возьму чикен? Чикен, да, он более ароматный. Говяжий мне вообще бульон не нравится. А вот, подожди. Ну а что тебе не а так? А вот биф. Вот, ну. Биф вообще не ароматный, бери сразу чикен, а Вов. Не нужен, чтобы он был Вов, у тебя биф и так будет томиться, возьми лучше чикен. Ну чикен мне не так, вот он. Нет, вот, Вов, не он вообще не невкусный, Вов. Он вообще не ароматный, невкусный, возьми чикен. Посмотрим. Ну возьми хотя бы чикен еще. Ну Вов, ну он реально биф дурацкий. Вот. Проезжай, Вовик, проезжай, чё, господи. Wrong way, да ладно, господи, чё. Не умеем мы правила соблюдать.
Господи, Вов, я не знаю, давай вон ту, которая best. Вот достань, а пожалуйста, в самом низу. All-pro. Нет, давай вот, вот эту, вот, вот эту внизу, которая все стоит. Целевая. Пожалуйста, возьми, которая в самом низу стоит. Уверен, да? Угу. Да, я просто ее уже использовала, не знаю. Полотенце у нас есть, ты что, Вов? Где? Навалом под раковиной стоит, не надо, оставь. Вот такие вот? Да, да, длинные полотенца есть. А почему же тогда у нас пустая эта? Ой, я не знаю, почему. Я просто вот ими не пользуюсь. Я вот такие выложить надо, но я вот такие взял. А, да, вот. Можно, да. Какая разница? Все, погнали. Все, ребят, вот такая вот у нас. Что? Нам такое кресло купили. Да не надо нам такое кресло. Вот такая вот у нас получилась телега. И гигантский абсолютно какой-то чек, смотрите. Вообще, мы даже не ожидали, что он будет такой огромный. Вообще у нас получилось на $231. Таксы 1.44 за вино, что ли. Ничего, мы решили бургеры приготовить. Ага, приготовить бургеры я решили. Я не говорил, дешевле было, чем в ресторанчике. В ресторанчике бургеры поесть? Ну не, на самом деле в ресторанчике, ну отдали бы мы $100 бы на всех. Да, ну а тут мы продуктов домой вон сколько набрали, целую кучу. Там же еще всякие штуки у нас. Мука. Овощи, например. Фрукты, мука, да. Пальмы. У нас там машина. Да какая? Я знаю, где машина. Не, просто здесь уже кондиционера нет. А, ну да, тоже верно. По делах такой, что ли? Все. Мы, поскольку мы были в магазине у дома, мы быстро отделались и бегом домой делать бургеры. В общем, такая вот у нас закупочка получилась. Вообще не маленькая. Ну все, ребят. Всем пока-пока. И как всегда, до завтра. Вова, хлеб не туда. Вова, хлеб. Хлеб мне вообще. Давай его. Давай мне его. Я его с собой возьму в салон. Потом мы сейчас все булки, которые купили, сейчас все же их и помнем. Чтобы они помогли нам донести? Да, нормально, тележка. У нас тележка там, да? Да там немножко, Вов, сейчас больше выходить будут. Сейчас мы туда же поедем. Вниз, на выезд. Ничего лишнего, да, как всегда. Такая движуха здесь. Здесь удобная реально парковка. Она под крышей, если дождь. И бесплатная.